А перед началом ролика хочу посоветовать вам канал Ленни. Он снимает видео по МТА, иногда снимает КРМП, он снимает на серверах Nave Times, Радмир и так далее. Подписывайтесь на него, он развивается. Пацан очень старается, давайте поможем ему набрать 100 подписчиков. Я уже подписался, это мой хороший знакомый, я с ним давно играю, так что обязательно подпишитесь, ставьте ему лайки. Ну и давайте 100 подписчиков наберем и пишите, что вы от меня. Парень хороший, хороший монтаж, хорошие темы для съемок, так что обязательно подписывайтесь. Приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в МТА на сервере Nave Times RP. И думаю, вы зашли сюда по названию видоса, ну, кто-то просто серию посмотреть. Все это будет, чуваки, да, 35 тысяч километров. Можно разогнать тачку. Все это сегодня будет. Но этот чип можно использовать не только, чтобы разогнать эту тачку. Можно и в других целях ее применять, этот чип. И я вам это покажу. И перед началом я хочу показать вам свои игрушки новые. Вот, вот одна из них. BMW E60. Вот такая вот. Какую я сейчас переделаю прямо перед вами. Вот номера Космос. 177 Легион. BMW такая не одна на сервере, если что. Она не одна такая на сервере. Это я вам обещаю. Отвечаю, обещаю. Она не одна такая на сервере. Сейчас заедем. Перекрашу ее. Я уже красил, я не знаю, почему тюнинг не сохранился. Ну ладно, в принципе, это не важно. Так, тюнинг авто. Цвет авто. Я вчера ее вот такую делал, по-моему, оранжевую. А диски были черные. А фары были красные. Вот так вот. Тюнинг авто. Сейчас мы поставим колеса. Вот такие вот колеса. И все, выходим. Сейчас будем чип тестировать. Самое лучшее, этот чип работает больше всего на Легере. Вот реально, больше всего на Легере работает этот чип. Ну, я сейчас... Сейчас мы доедем до аэропорта. Это не этот чип, какой я говорил, на 1000, там, сколько там, километров. На 35 тысяч километров, не. Честно, я разгонял на стриме до 32 тысяч километров. А до 35 не разгонял, но он может разгоняться. Просто не хватает тупо дороги. Пока машина едет, пока она разгоняется. Только заканчивается дорога, она не разгоняется. И вот это очень печально. Так, вот такого чип я себе поставил. Ну, вот такая тачка вот так выглядит, конечно. Мне нравится лично. Я вчера так ее делал, но почему-то тюнинг не сохранился. Но теперь, думаю, сохранится тюнинг уже. Непосредственно. Ну, вот такая вот тачка. Мы будем сейчас тестировать этот чип не на этой тачке, на другой. Я просто ее перекрасил, чтобы увидели изменения на моем аккаунте. Какие изменения в моих машинах. Я уже снимал, конечно, видео про мой автопарк, но уже все поменялось конкретно. У меня новые машины есть или нету, я не помню. По-моему, нету, но новые номера есть. Новые номера есть. Вроде бы как. Так, доезжаем сюда. Все, убираем эту тачку. Кстати, у меня две Легеры. Да, две Легеры с номерами Космос. Вот такие вот номера тоже стоят Космос. Но таких номеров на сервере много. Так, штук 5, наверное, таких номеров. Именно на Регере. У моих подписчиков, у двух я видел номера Космос. Но, в принципе, я менять номер не собираюсь. Чтобы отличить меня от фейка, пишите, либо там, типа, пишите в чат мне, если я не отвечу. Ну, если отвечу, не будет написано администратор, значит, это не я. Или попросите показать две Регеры с номерами Космос и два Чирона с номерами код 3 семерки.
Один золотой, один черно-оранжевый золотой. Можно так, в принципе. Так, все. Моя машинка готова. Ехать в бой. Сейчас чип поставлю. Сейчас поставлю чип. Я, конечно, на стриме показывал, но хочу вам отдельно показать, потому что я придумал, как можно использовать этот чип по-другому. Сейчас я попробую разогнаться до 35 тысяч километров. Вот так вот. Все. Давайте. Раз. Смотрим внимательно на спидометр. Раз, два, три. 34 тысячи я увидел. Вот можете даже на паузу поставить. Я 34 тысячи точно увидел. Вот реально 34 тысячи я точно увидел. Вы понимаете, что мы тупо на челя только что залетели? Вы это выкупили? Что мы только что просто залетели на челяд. Вот серьезно. Мы только что просто залетели на челяд. И здесь ничего такого нету, да? В принципе, да? Просто залетели, откуда мы? От аэропорта. От аэропорта мы вообще в другую сторону ехали, и каким-то чудом мы залетели на челяд. Вы это понимаете? Это полный бред. Но это чип, вы скажете, блин, это чип бешеный, как его можно использовать и так далее. Я вам сейчас покажу, как можно использовать этот чип. Вот серьезно, сейчас покажу, как его можно использовать. Только еще хочу вам один прикол показать с другим чипом. Сейчас он у меня стоит, этот чип. Не знаю, получится или нет. На этом чипе вроде бы можно ездить по стенам. Как-то так. Не, неправильно у меня получилось. Сейчас попробуем другую сторону. На этом чипе вроде бы можно по стенам ездить. Я бы ездил по стенам на нем, но это редко получается, потому что не знаю почему. Какой-то к нему привыкнуть надо или что. Он просто, видите, переворачивается. Сильно быстрая тачка, короче. Так, давайте я покажу, как его можно использовать. Вот, как пример. Смотрите, сейчас. Давайте представим, что на сервере убрали телепорт. Вот реально. На сервере убрали телепорт. И вам нужно срочно с ЛВ попасть в ЛС. Вот прям срочно. Так, у меня крашнуло, короче, сейчас. Где наша Ригера? Сейчас вам покажу, о чем я там говорил. А. Ну, короче, типа, убрали телепорт, да, и вам нужно срочно с ЛВ попасть в ЛС. Вы ставите этот чип. Ой, бля. Что-то я переборщил, походу. Вы ставите этот чип. Я неправильно все сделал. Так. Чип так и называется. Ну, вы видели название чипа, в принципе. Я не буду его озвучивать. Вы сами поняли, почему он так называется. В принципе, да? Думаю, догадались. Почему он так называется, в принципе. Думаю, вы меня догадливаете. Так. Бля, теперь отсюда никак выехать. Вообще прикольно, прикольно. Прикольно. Так вот, вам нужно срочно попасть в левел С. Смотрите, вы берете. Заезжаете на эту горочку. Но это все нужно уметь быстро делать. Так что вот такие вот делюсики. Смотрите, берете, ставите чип. Настройки. Загрузить. Загружаете чип. Нажимаете один раз на газ и все. И вы летите просто. И вы спокойно летите в ЛС. Просто за секунду. Просто нажали кнопочку, и вы летите в ЛС. Спокойно. Это хватает скорости, чтобы просто долететь до ЛС и приземлиться. Реально, просто приземлиться и все. Ну да, высоковато лететь, но ну, зато нормально что. Вот вы приземлились. Ставите обратно обычный чип. И вот так вот. Так, ну этот чип тоже. Так, я не тот чип поставил сейчас. Секундочку. Что с ней случилось? Стоп.
кто-то ускорил что-то. А, админ балуется, сука. Я думаю, что за бред? А он ускорил, короче. Ой, админы, как вы бесите. Хватит хрени страдать, так. Смотрите. Допустим, вам нужно... Сейчас. Допустим, вам нужно срочно попасть теперь в... Не знаю, в СФ. Ну, допустим, даже в СФ, да? Вам срочно нужно попасть в СФ. Вы ищете трамплин в сторону города, куда вы хотите попасть. Ищите просто трамплин в сторону города, куда вы хотите попасть. Становитесь туда. Вот. Становитесь вот так вот, как я. Допустим, к Челяду там или куда вам надо. Ну, чтоб прям жестко, быстро. Вы, допустим, в аэропорту стоите. И вам жестко нужно быстро туда попасть. В другой аэропорт, допустим. Просто нажимаете газ. И просто летите на Челяд. Ну да, мы сейчас до Челяда долетим, наверное. Но это все быстро и качественно. Вы просто приземлились, настройки загрузить, турбо и все. И поехали дальше по своим делам. В принципе, видите, это удобно, если телепорт убрали, это все удобно. Допустим, вам теперь нужно там попасть куда? Куда там вам нужно попасть? Куда-то вам уже нужно попасть. Вы тоже ищете, допустим, такую горку находите, да? Включайте чип, настройки загрузить. Вот так делаете, и вы на Челяде. Ну, вы пролетаете много Челяд, но это нормально. Это нормально. Так. Ну, вы, думаю, поняли суть. Знаю, чип не идеальный. Можно просто доехать, но также интересней. Вот в натуре также интересней доезжать, в принципе, да? Допустим, вам нужно куда? В СФ. Да? Вам нужно в СФ. Вы берете, нажимаете загрузить, нажимаете чип, и вы летите в СФ. Ну, точнее, уже в ЛС. Ну, вы поняли, о чем я вам хочу сказать. Что, конечно, чип нужно дорабатывать. Это понятное дело. Что чип нужно дорабатывать. Но думаю, вы суть поняли. Думаю, вы уже суть поняли. Главное, что я разнал ее до 34 тысяч километров. И мне этого хватает. Что от нас хочет, чувак? Так, напишем, что. Ну, думаю, вы поняли, о чем я вам хотел донести. И надеюсь, вам понравилось это видео. И обязательно поставьте лайки. И подпишитесь, кто не подписался. Обязательно подпишитесь, кто не подписан, короче. Просто обязательно подпишитесь. Сейчас попробуем попасть еще раз. Один прикол покажу. Ну, я написал, что... Дай позже денег, я твой подписчик, на всех стримах сижу. Чувак, не знаю даже. Я сейчас чуть-чуть занят. Серию снимаю, как бы. И не знаю. Вот видите, можно и так летать, в принципе. В пустыню, видите, просто надо найти трамплин в сторону, как где вам, куда вам нужно ехать. И все. И все. Там админский чат писать вообще. А, во. Напишу. Смени ник на... Ух ты, ёптель. Ну вы поняли, видите, а так чисто по угару можно им пользоваться. Видите, к другому его нельзя ничего с ним сделать, короче.
По-другому с ним ничего не сделать. Ладно, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. Заходите на сервер, играйте и ждите новых серий. Всем пока!